Стоять! Руки вверх. Руки вверх, а то стрелять буду! Дядь Коля, не надо стрелять, это я. Зять ваш. Вот паршивец, а. Ну что ты, дом нормально, войти не можешь. В тюрьме как воришка пробираешься. Ну, извините, просто так вышло. Не понял. Помирили, что ли? Ну, слава богу. Ну ты это тоже, не расслабляйся шибко, понял? Понял. Ты у меня всегда под прицелом. Обидишь дочку, сильно пожалеешь. У меня даже в мыслях такого нет. Дядь Коль, не обижу, обещаю. Можно водички попить? Че, опять в горле пересохло? Ага. Пей, иди, водохлёб. Спасибо. Я настоятельно рекомендую отправить вашу маму в Швейцарию. Ту клинику, которую я посоветовала. Она отказывается, я не смог ее уговорить. Я все понимаю. Лидия Ивановна, конечно, хочется быть возле близких, но все-таки поговорите с ней еще раз. Хорошо, я попробую. Ну что, мам, пойдем? Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Мам, я отнесу твои вещи сразу на работу. А ты отдыхай. И запомни, тебе нельзя нервничать. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Здравствуй, Толик. Я все прекрасно помню. Поезжай на работу, обо мне не беспокойся. Привет. Здравствуй. Я очень рад твоему возвращению. Я тоже рада, что вернулась. А угрозы здоровью жизни нет? Угрозы нет. Только вот сын хочет, чтобы я продолжила лечение в Швейцарии. Профилактически. Ну вот... Не знаю, что делать. Ну, как, ну, это тебе решать. Вот. А я вот твои цветочки тоже поливаю, чтобы они не скучали без своей хозяйки. Спасибо. Не ожидала от тебя такой щедрости. Ну, вот опять. Витя, я шучу. Ну, что ты, я же шучу. Привет. С обеда идешь? Напомнишь, мы вместе ходили? Ну, ходили, и что? Как что? Я к тебе со всей душой. Да и нравился тебе. Я же видел. Ты что ты видел? Не надо придумывать того, чего нет. Просто дружеские отношения между сотрудниками. Да нет, не просто. Это ты сейчас так говоришь, когда я оступился. Игорь, ты не оступился. Ты поступил непорядочно, даже подло. Я же вам говорил. Знаешь, почему так сделал? Потому что мы угрожали расправой. И все это из одной маленькой ошибки в документах, за которую сейчас расплачиваюсь. Я не хочу об этом слышать. Конечно. Ты сейчас на Лешку глаз положила, да? Он-то богатенький. Не то, что я нищеброд. Смотри, не пожалей потом. Какой же ты дурак. Не смей так говорить. И не преследуй меня, понял? Врачи сказали, что жить будет, но у него сотрясение и перелом. Слава богу, что все обошлось. Хоть он и оказался мошенником, но я все равно не желаю ему зла. А известно уже, кто его сбил? Он уже давал откровение? Это так странно.
Ты знаешь, машина даже не остановилась после наезда. Она сразу же уехала. Может, это касается его долгов? Он же говорил, что ему угрожают. Надо будет сообщить это в полиции. Да, следователь уже у него, и у меня взяли данные. Позже вызову для дачи показаний. Это ужасно. Сбить человека из-за денег. Игорь же мог умереть. Не переживай, все будет хорошо. Извини, что тебя с работы вырвало. В офисе столько дел. Да не думай о работе. И по-хорошему тебе лучше сегодня отдохнуть. Давай, я подвезу тебя домой. Я на своей приехала. Тем более тебе нужно как можно скорее попасть в офис. У нас сегодня там какое-то собрание в цеху, да? Да. Коллеги подготовили образец кроватки для детского дома. Хотела тебе сегодня показать. Ну, можно на завтра принести. Я так рада, что процесс идет. И скоро мы сможем порадовать детишек. Игорь, а как вы думаете, кто мог с вами это сделать-то? Да я предполагаю, кто это мог сделать. Мой бывший начальник Афанасьев. Ну, а с чем связаны ваши подозрения? В прошлом у нас произошел небольшой конфликт. Ну и после этого начались угрозы. Ну, а может быть, есть какие-то свидетели, ну, или доказательства? Они недавно залезли ко мне в квартиру, оставили там записку с предупреждением. Правда, она распечатана на принтере. Не знаю, поможет ли. А почему же вы сразу не заявили о взломе? Не знал, что так зайдет далеко. Ясно. Хорошо. Хорошо. Нам необходимо будет снять отпечатки пальцев в вашем доме. Да. Ну и забрать эту записку. Посмотрим по камерам наблюдения, что за машина вас сбила. Ну, возможно, удастся зафиксировать номера. Хорошо, если это поможет. А то в последнее время жизнь превратилась в кошмар. Не переживайте. Разберемся. Спасибо. Всего доброго. Алло, Наташка, привет. А ты где сейчас? Хорошо, тогда мчусь к тебе. Да нет, Леша меня с работы отпустил. Приеду, все расскажу. К вечеру собери готовые букеты. Возьми эквадорские розы, гиацинты, например. Хорошо, сейчас сделаю. И убери уже из холодильника эти лилии. Они отдали концы 2 дня назад. Ты все на них любуешься. Хорошо. Вы в положении с токсикозом, а командуете хуже прежнего. Что мне еще делать? Я прилипла к стулу и заниматься больше ничем не способна. Привет, дорогая. Привет. Ты чего такая измученная? Твоих рук дело. Не ворчи. Пойдем поболтаем. Викусь, прокнись у чайку, пожалуйста. Да, хорошо. Ну и по делам этому Игорю. Будет знать, как людей обманывает. Но все равно это жестоко. Я как вспомню, меня до сих пор трясет. О, а что это за бриллианты? Ой, я же совсем забыла тебе рассказать. Леша сделал мне предложение. Что? Да. Что? Ну ты даешь, подруга. Ну ты даешь. Так быстро мужика хомутала. Ты знаешь, кто кого еще? Он так красиво ухаживал. И вообще, он такой нежный и в то же время сильный. Я чувствую, что могу на него положиться. Ой, оставь это для любовных романов. Что за проза жизни? Расскажи, как у нас в постели. Он же наверняка тебя и этим покорил. Наташ, ну ты же меня знаешь. У нас ничего не было. Я девушка строгих правил. Ну, ты и старомодная подруга. Надо сразу брать быка за рога, чтобы по сторонам не смотрел. Хотя, может, ты и права. Я вот с разбегу сразу в койку, и теперь буду матерью-одиночкой. Ну, Наташ, не говори так. Ты у нас еще ого-го. Не успеешь оглянуться, как сама замуж выскочишь. Угу. За кого? За Феську обалдую. Знаешь, что он мне тут устроил пару дней назад? Чего? Он ко мне приперся. Разоделся клоуном. Я его даже не узнала сначала. И давай меня утешать, целое шоу устроил.
Вот зря ты его всерьез не воспринимаешь. Мне кажется, он тебя очень любит. О, Сонечка! Вот молодец, что вернулась. Сережа без тебя так переживал, мучился. Не сдавайте меня, а то зазнаете. Ну, наконец-то, все дома. Всем привет. 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 Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Сюда меня сажаешь. О, спасибо. Спасибо. Как дела у вашей фирмы? Ну, мы уже начали работу. Где могли, разместили рекламу, да? Да. Теперь мы ждем уже первых заказов. А у меня для вас уже есть один заказ. Серьезно? Какой? Спасибо. Я собираюсь жениться. И хочу поручить вашей фирме организовать торжество. О, это очень неожиданно. Мы тебя поздравляем, конечно. Спасибо. Мы все организуем, да? Никаких проблем, сэр. Любой каприз за ваши деньги. И мои поздравления. Леша, а ты почему маме ничего не сказала? Скрывал от меня? Я так давно жду внука. Поздравляю тебя, поздравляю. Спасибо, мам. Леш, поздравляю. Спасибо. Видишь? Ой, какая ты. А вот, видишь. Я даже где-то завидую тебе. Скоро внуками обзаведешься, будет с кем нянчиться. Витя, ну ты живешь в нашем доме. Будешь заниматься малышом сколько угодно. Тем более сейчас такие мамашки пошли, готовы сбагрить ребенка кому угодно. А сами с подружками на шопинг. Лидия Ивановна, можно к вам? Да, Олеся. Сейчас, одну минуточку, я переоденусь. Да, хорошо. Зачем? Мы же взрослые люди. Я тебя умоляю, у нее язык помело. Такое наплетет в доме. Будут сплетничать, посиди. Я быстро. Заходи. Лидия Ивановна. Да. Я хотела поговорить с вами насчет свадьбы Алексея. Зачем о ней говорить? Надо порадоваться за жениха и невесту. Дело в том, что мне кажется, Валя совершенно не любит Лешу. А вот я люблю, просто он этого не видит. Олеся, ты сама в свое время отказалась от Алексея. Теперь все, поезд ушел. Назад дороги нет. Я понимаю, просто я желаю ему счастья. А Валя, мягко говоря, не совсем подходящая барышня для него. Послушай меня, Олеся. Алёша не дурак, и он прекрасно разбирается в людях. И если он выбрал себе девушку, значит, она самая достойная. Олесенька, у тебя есть муж, ребенок, занимайся ими, восстанавливай семью. Про Алёшу забудь. Ладно, извините, что побеспокоила. Доброй ночи. Доброй ночи. Тут прям Санта-Барбара. Вот так и живем. Ой, Варка, да, конечно, ты роскошная женщина. Не, ну правда, мне ни с кем не было так хорошо. Никогда. Пойду горло промочу. Налей и мне.
что делать? Может, приедешь ко мне? Ольгу, конечно, жалко, но что поделать, это жизнь. А что ее жалеть-то? Она сама виновата. Постоянно жалуется на отсутствие денег и сыплет претензиями. А со мной легко. От денег не завишу. Могу позволить себе все, что хочу. И даже быть с тем, кто мне очень нравится. Только нравится? Ну еще ты преуспел в постель. Преуспел? Вообще-то мастер высшего уровня. Валь, ты занята? Разве я могу своему боссу сказать, что я свободна? Я украду тебя на полчасика. Давай сходим в цех, посмотрим мебель для детского дома. Я с удовольствием. Ради такого я готова отложить все свои дела. Пойдем? Пойдем. Мне очень нравится кроватка. Хорошо получилось. Соблюдены все санитарные нормы. А можно поподробнее? Кровать сделана из экологически чистого материала, бук. Кстати, художник уже подготовил эскизы для нанесения рисунков на спинку кровати. Да, мне прислали на почту. Сейчас в офис придем, я тебе все покажу. Ну что, будут какие-то еще пожелания или запускаем производство? Запускаем. Ну все, работайте. Запускаем производство. Надо будет наших умельцев попросить, чтобы сделали такую же, только поменьше. А зачем? Это же кроватка идеального размера. Ну, я имею в виду, что когда у нас будут дети, нам не нужно будет искать мебель. Ты об этом? Подожди, мы даже еще не поженились. Люблю планировать заранее. Ты никуда не пойдешь. Я тебя одела, обула, привела в божеский вид, а ты меня бросаешь, да? Прекрати истерить. Ты скотина неблагодарная! И куда ты пойдешь? Нашел себе очередную дуру, как я, да? А вот это тебя уже не касается. Нет, Оля, комедия, как говорится. Ну, Оль, ну что сделаешь? Ну, не вышло у нас. Ты никуда не пойдешь. Они ведерчи. Немного групповато. Согласен. Хочу на днях пригласить тебя в гости. Познакомить с мамой. Ну, хотя ты ее уже видела на свадьбе у Сергея. Но хочется, так сказать, официально. Да, и тебе нужно будет посоветоваться с Сережей и Соней. О чем посоветоваться? А, я тебе не сказал. Они агентство свое открыли. Организации свадеб, мероприятий, там всяких разных. Ты не против, если они на нас получатся? Я уверена, что они креативные ребята, но мне бы хотелось без лишнего шика. Ну, как-то поскромнее, в семейном кругу. Да не переживай. Все обсудим, все решим. Ой, холодная. О, холодная. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Привет. Ой, смотри, кто пришел. Ольга,
А что случилось? Лидия Ивановна, вы представляете, этот негодяй Гришка меня бросил. Вот и решила к вам вернуться. Кто же в этом сомневался? Тебе нужен совершенно другой мужчина. Солидный, состоятельный. А не этот поле ветер, в мозгах дым. Ну, может, это и так, но с ним было весело. Да не жалей ты о Гришке. Будет у тебя еще принц на белом коне. А лучше вдовствующий король. А чего вы смотрите на меня? Все-таки король посолиднее, чем какой-то принц. Лидия Ивановна, как вы думаете, Леша не будет против, что я вернулась? Леша? Думаю, что не будет против. А это Олеська еще тут? Все продолжает вешаться на Лешу? Олеська тут. Куда же ей деться? Но шансов у нее никаких. Алексей собирается жениться. Да? Вот это новость. И на ком же? На своей сотруднице. Валентиной зовут. А, это та серая мышка, что на свадьбе ходила у Сережи с Соней. Да, это она. Да, видимо, зря я поспешила вернуться. Сонечка, давай скорее. Ну, скоро жених с невестой приедет, а мы не готовы. Надо же удивить их размахом, фантазией, или как ты думаешь? Да я иду, сейчас только новую папку возьму и бегу. Давай, любимая, скорее. Боже мой, кого я вижу? Что такое, мадам снова решила посетить наш гадюшник, да? А я смотрю, все те же лица и те же шутки. Ничего не меняется. Еще бы. Что-то я не понял последней реплики Ольги. Она что, имела виды на Алексея? Видимо, да. Здравствуйте. Добрый день. Могу чем-то помочь? Да нет, спасибо, я сам. Да, хорошо. Так вот, где ты работаешь? Миленько. Что ты здесь забыл? Нам надо поговорить. Выйдем. Мне не о чем с тобой разговаривать. У нас есть один нерешенный вопрос. Не здесь. Хорошо. Но у тебя 2 минуты. Ну, что ты хочешь мне сказать? Я тебе деньги привез. Для алиментов рановато. Это на аборт. Здесь много, возьми, пожалуйста, я думаю, хватит. Я могла сделать аборт и без твоих денег. Но я не хочу убивать ребенка, потому что он ни в чем не виноват. Ты понимаешь, что мне он не нужен? Я не буду тебе помогать. А я разве просила помощи? Наташ, не глупи, пожалуйста, возьми деньги. Все. Мне не нужны твои деньги, Сон. А ты еще приперся? Еще получить хочешь? Давай, вали отсюда. Что это? Твое, что ли? А? Ты больной, что ли? Как я могла с таким встречаться? Это же деньги. Пошли отсюда. Наташа. Что ему нужно было тебе? Что это за деньги? Неважно. Я должен знать. Ну что вам всем от меня нужно? Оставьте меня в покое. Хорошо. Успокойся. Тебе нельзя нервничать. Не надо мне говорить, что мне можно, а что нельзя. Я сама знаю, что мне делать. Как вы все меня достали? Я видеть вас не могу. И меня тоже? Да. И тебя. Ты меня достал со своей заботой. Между нами никогда ничего не будет. Я так понимаю, праздновать будем вот здесь, возле бассейна, да? Так, а вы уже определились со стилем? Ну, сейчас же модно выбирать разные тематики, что-то вроде французской ретро или в стиле 70-х. Нет, нам бы что-нибудь традиционное. Угу. Ну, это во многом упрощает задачу, так, Соня? Ага. Так, смотрите, значит, вот. Есть разные варианты оформления. Так, держи. Ага. Какие вам варианты нравятся больше? Вот, например, как здесь, что-то более лаконичное? Или ярко, броско? Мне кажется, да, в таком стиле? Да.
Кстати, моя подруга может помочь с цветами. У нее свой цветочный магазин. Она подскажет, где можно будет взять со склада по оптовой цене. Так это же отлично. Ну, да. Ну? Серег, будешь моим свидетелем на свадьбе? Ну, конечно, буду. Да, и, кстати, спасибо за доверие. Толь, привет. А Сережа в доме? Он в беседке. Что? Ничего, все нормально. Мама пришла. А раз мама здесь, может быть, она придет, подскажет нам что-нибудь? Да. Нет, обойдемся без нее. Так что там произошло? Ты мне обещал рассказать. Потом расскажу. Ну... Соня. Поняла? Да. А, так, приглашение. Приглашение. Пригласительные, вот варианты. Какой вам нравится больше? Я даже не знаю. Леша. Ну, уже вовсю готовится к свадьбе. Прям как будто куда-то торопится. Может, она беременна? Да, не может. Хотя, конечно, может быть вся. Но, зная Лешу, я понимаю, что этот человек действует исключительно в своем. Брать быка за рога. Я этого не понимаю. Но в наше время люди живут годами, встречаются, потом только женятся. Но нужно же узнать человека, понять, подходит его друг или нет. Свет, понимаешь, это Валя, она вечно строит из себя невинную овечку. Мужики, конечно, не такое ведутся. Положу руку на сердце, я не уверена, что он не забыл совершенно так. Да, я понимаю, он до сих пор таит на меня обиду. Но я уже просто не знаю, что мне еще предпринять, чтобы он меня простил и вернулся. Нужно брать хитрость. Свет, мне кажется, я уже все возможные в этом мире способы испробовала. Для этого и существуют девичьи посиделки, чтобы коллективно решать такие вопросы. Давай решать. Мне кажется, я могу тебе что-то посоветовать. Леша! Здравствуй. Давно не виделись. Привет. Какими судьбами в наших краях? Соскучилась, решила навестить. А Гриша с тобой? Да нет, твой дружок кот был в неизвестном направлении. Что, так поссорились? Не сошлись характерами. Ну что ж, я чувствую. Но думаю, ты долго страдать не будешь. В этом ты прав. Мне пора, извини. Нина Петровна. Да? А сообразите чаек на четверых. А, хорошо. И еще, у нас есть что-нибудь сладенькое к чаю? Да, конечно, есть. Отлично. Все-таки приятно оказаться в родном гнездышке. Жизнь кипит. А я думал, ты предпочитаешь тусовки домашним посиделкам. А ты знаешь, настроения нет. Я слышала, ты женишься? Да. А не рано ли ты решил окунуться в семейную жизнь? Не нагулялся ведь? Нет, не рано. Я предпочитаю не тратить время на легкомысленные связи. Просто знаю, чего хочу. Вот, пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Этот кулон я купил специально для тебя, в честь того, что мы теперь живем вместе. Очень неожиданно. Спасибо большое. Слушай, мне кажется, что я подобный кулон видела у Ольги. Правильно. Потому что я купил тебе точно такой же, как у нее. Он прекрасно подходит к твоим очаровательным глазам. Так, смотрите, я думаю, вот здесь мы поставим арку. Где-то там будут музыканты. Фуршетные столы мы расставим по периметру. Ну, а если кто-то захочет искупаться, то, пожалуйста, бассейн. Например, мы с тобой. Я с удовольствием. Ну, ничего, Валюша. Посмотрим еще, на чьей улице будет праздник. Агентство автоперевозок «Трафик». Говорите.
Здравствуйте, а я по объявлению насчет работы. Какая должность вас интересует? Так водитель, дальнобойщик. У вас опыт работы есть? Конечно. Хотелось бы увидеть ваше резюме. Да не вопрос, я приеду к вам и привезу с собой. Присылайте на почту, и мы его рассмотрим. Таков обычный порядок. Бюрократы. Послушайте, девушка, так визуальный контакт – это лучше всяких анкет. Скажите, когда я смогу приехать к вам? Ну, хорошо. Но я должна вас предупредить. Работа сложная, с длительными командировками. Но зарплата очень приличная. Да это прекрасно. Хорошо, приезжайте завтра в середине дня. Хорошо, спасибо. Я буду. Ну, кажется, все решили. По-моему, да. Нет, ну, в общих чертах, да. Но если возникнут какие-то мелкие детали, мы обсудим потом, правильно? Да, я согласна, так будет надежнее и быстрее. Ну, отлично. Тогда вечером соберемся и отметим старт нашего проекта. Да, да. Супер. Спасибо, ребят. До вечера. До вечера. Слушай, пойдем на кухню. Маленькая, подожди. Секундочку. Иди наверх. Я сейчас на кухню. Ну, смочу горлышко. Серег. Чуть-чуть. Обещаю. Пожалуйста. Я скоро буду. Сережа. Сереж. Сереж, поговори со мной. Я ведь не чужая. С некоторых пор ты чужая. Ты меня бросила. Убирайся. Я хотела как лучше. Лучше для кого? Ты ж моталась с Янисом. Ты меня бросила. Сереж, ну ты же сам хотел остаться с Михаилом. Ты его очень сильно любил, и он тебя тоже. Я просто не хотела беречь. Любил! Он мне не оставил наследство, мама. Даже после этого он остается мне самым близким родным человеком. Сереж, ну выслушай ты меня. Убирайся отсюда. Нет тебе здесь места. Ни тебе, ни Янису, поняла? Сережа, это и мой дом тоже. Я прожила здесь полжизни. Здесь осталась частица и моей души. Души, говоришь? У тебя разве есть душа? Может, у тебя и сердце есть, мам? Ты безжалостная, бесчеловечная женщина. Ты думала только о себе, мамочка. Ты эгоистка. Твоя мама. У тебя больше нет сына, поняла? Ну, а как работа? Как сможете совмещать семейную жизнь и рабочие отношения? Не волнуйтесь, мы прекрасно справляемся. Лёша замечательный, понимающий начальник. И у нас еще ни разу не было недопониманий. Я так рада, что Лёша наконец-то обрел свое счастье. Так, мам, ты чего разволновалась-то? Ну, я столько лет ждала этого момента, когда он наконец женится. Что сейчас не верится. Так, все, давай, вытирай свои слезы счастья и пойдем ужинать. Сегодня Нина Петровна приготовила праздничный ужин. А в честь помолвки. Как раз разыгрался аппетит после такого продуктивного дня. Идите, я сейчас приду. Пойдем. Идите. Ничего не будет! Насильно мил не будешь. Я тебе не нужен. Ну и ладно. Живи, как знаешь. Итак. Я позволю себе сказать несколько слов, если вы не против. Алексей и Валя, я поздравляю вас с помолвкой. Леха, слушай, ты так стремительно ворвался в нашу семью и так стремительно нашел себе жену, что ну, я просто боюсь представить, что может быть в следующем году. Ну, очевидно, в следующем году наша семья станет еще больше. Не без вашей Сони помощи. А мы будем стараться. За вас. Я вас поздравляю. Спасибо. Кстати, я видела, Инга приезжала. Почему она не осталась?
А у нее дела. Она не может. Надо было все-таки твою маму позвать, Маша. Нет, нет, она стесняется. Она захотела дома выпускной группой отметить. Никогда нас не простит. Подожди. Станет сам отцом, может, пересмотрит свое отношение к нам. Мы ведь скрывали правду, чтобы его не ранить. Нет. Он очень упертый. Я прекрасно знаю своего нашего сына. Просто ему нужно больше времени. Вдруг он нас никогда не пустит к внуку. Надо что-то решать. Но я не представляю, что можно сделать, чтобы он нас простил. Так не хочу, чтобы ты вышел. Останься. Сейчас тебе нужно поспать. Все, я поехала. Олесь, виски? Да. Мне не приснешь? Да, с удовольствием. Сегодня же твой день. Поухаживай за тобой. Лёш! Скажи мне честно, ты счастлив? Да. Жизнь налаживается. Здорово. Я за тебя очень рада. А я вот чувствую себя одинокой. Останусь одна с ребенком. Это не конец света. У тебя еще вся жизнь впереди. Лёш, если быть честной, то я чувствую, что ты держишь на меня обиду за прошлое. Не переживай. Я уже давным-давно все забыл. Ну, тогда за прощение. Устал сегодня. Пойду отдохну. Тише. Что ж, я напился так сегодня, а? Ну, Лёш, с кем не бывает. Пойдем. Давай. Оп. Оп. Ой, тихо-тихо. Слушай. Давай.
Олеся, ты что тут делаешь? Как что? Ты же сам просил меня остаться. Что за бред? Ты что, ничего не помнишь? На что я должен помнить? Ну, ты сказал, что простил меня за прошлое, поцеловал, а потом, ну, сам понимаешь. Ты врешь, такого не может быть. Леша, скажи мне, пожалуйста, зачем ты так со мной? Сначала воспользовался тем, что я испытываю к тебе чувства, а потом говоришь, что ничего не помнишь. Все вы мужчины такие. Сначала затащите в кровать, а потом говорите, что ничего не было. Да я был пьян, ты что, не видела? Ну, раньше нам это не мешало. Возможно, ты выпил лишнего. Потом поцеловал меня. Ну, а потом случилось то, что случилось. Ты понял, что я единственный, кто тебе нужен. Не говори ерунды. Мы с тобой расстались, между нами ничего не может быть. Ну, что ты доказал обратное? Валюш, встала уже? Пойдем завтракать? Я не хочу есть, мам. А что случилось? Я решила расстаться с Лешей. А что такого произошло этой ночью, что ты приняла такое решение? Ты же еще вчера пришла домой такая счастливая. Ты была права. Я слишком поторопилась. Я не буду допытываться, в чем причина, но, может быть, ты все-таки хорошенько подумаешь еще раз, прежде чем так резко рвать отношения. Но сегодня поругались, завтра помиритесь. И в этом случае. Я не знаю, что сказать. Но ты взрослая, тебе решать. А с работой как? С работы тоже придется уволиться. Я не хочу его больше видеть. Мила, а где красные гвоздики? Да они уже как 2 дня закончились. А Федя что, не приезжал? Нет. Сейчас узнаем, в чем дело. Федя, где тебя носят? Где красные гвоздики? Что значит не поехал? Что значит не поехал? А, искать нового водителя? Хорошо. С катертью дорога. Ну, что сказал Федя? А он сказал, что, видите ли, больше не собирается со мной работать. Ну, ничего, обойдусь без него. Валь, привет. Привет. Как добралась вчера? Нормально. А ты что такая? Не выспалась? Нет, я спала хорошо. Дело в другом. В чем? Я решила уволиться. Вот заявление. Подожди, подожди. Как? Почему? Ты знаешь причину. Из-за Олеси, что ли? Дело не в Олесе. Дело в тебе. А я-то что, я за ночь не изменился? Почему такое резкое решение? Ты спроси у Олеси, она тебе расскажет. Олеся что, звонила тебе? Фотографию прислала. Какую фотографию? Вот она что. Валь, я тебе клянусь, ничего не было. Я просто напился вчера и уснул. Я не помню, что было. Я ничего не хочу слышать. Подпиши.